Сейчас обо всем подробнее. Цены на сахар, яйца, молоко, хлеб и другие социальные продукты краевые власти будут сдерживать. А стоимость некоторых групп товаров и вовсе снизится. Об этом накануне заявили в краевой администрации. На совещании под руководством первого заместителя губернатора края Джамбулата Хатуова и представителей прокуратуры были подведены первые итоги работы по мониторингу потребительского рынка Кубани. В каждом районе края работают специальные комиссии, которые следят за ценами на социально важные товары. В январе они зафиксировали неоправданное повышение цен в сетевых гипермаркетах, таких как «Перекресток», «Табрис» и «Титан». Там подъем цены не был обусловлен ни инфляцией, ни подорожанием сырья. С попытками нажиться на потребителях должны бороться все районы края. Один из инструментов – обустройство большого количества ярмарок. Ресурс нашего края, он позволяет сегодня при правильной организации работы сделать все, чтобы за счет продукции, произведенной мелкими товарными производителями, жители нашего края были защищены максимально от ценового колебания. Оно сегодня неизбежно, но оно будет менее болезненным, каким могло быть. Главы всех районов края рассказали о том, как складывается ситуация с ценами в их городах и станицах. На совещании вице-губернатор поручил создать сайт, на который бы жители края могли присылать жалобы, если заметили высокие ценники. Причем сделать такую программу, чтобы письмо сразу же направлялось в соответствующие ведомства. Чиновники должны отреагировать тот же день, проверить информацию вместе с представителями ФАС и прокуратурой, дать ответ. Также будет работать горячая линия, проверки на ценах должны проводиться таким образом, чтобы не пострадали и представители бизнеса. Главная задача комиссии – понять, по каким причинам произошло повышение, и уже после этого принимать меры. Работа таких комиссий, как и деятельность руководителей районов края, находится на личном контроле губернатора.